Привет, ребята. Привет. Есть еще порох в пороховницах вообще? Смотрите, есть, конечно. Он бережет голос, он не говорит в концертах. Ему нельзя. А, ты не... Он не... Нас просто он у нас все солирует абсолютно во всех песнях. И даже те песни, которые пел Кирилл, сегодня будет петь Андрей, поэтому он молчит. Слушайте, ну у меня есть мечта детская. Может, вы мне сейчас споете парочку? Чтоб я потом, чтоб весь Ижевск вот просто увидел, что Маша молодец. Значит, смотри. Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, за любовь твою отдам. В Ижевске все на свете. Просто, ребята, это просто кайф. Это новая песня. А ты будешь сегодня петь вот эту вот? Широка дуть. А вы откуда знаете? Да. Пойдешь в караоке со мной? С тобой? Пойдем. Бросай, бросай. Легенд, идем. Так, ну что нового? Какой хит в ближайшее время вы нам покажете? Ну, во-первых, я... Послушайте. Сегодня прозвучат все хиты, которые звучали уже на протяжении 20 лет, но некоторые песни прозвучат по-новому, потому что благодаря диджею Груву, который сделал новую обработку, микс на песню «Миллион огней», которая была в первом альбоме «Иванушек», и мы приятно вас удивим, поверьте мне. Да, что-то пошло не так. Все так, это Андрей Григорьев. А тебя не обижают ребята вообще? Нет, я их поддерживаю. Кирилл поддерживает Андрея, я... тоже слежу за ним, вы видите, у него такие вспышки ярости бывают. Ну, за 25 лет можно простить человеку. Спасибо вам большое.